Всем привет, с вами снова Ним42. Мы с вами продолжаем проходить Сталкера Тень Чернобыля. Я после прошлой серии чувствую себя теперь намного более уверенно. Вот, потому что и ХП у меня вроде как намного больше, я себе одел другие артефакты. И броньку нормальную я на себя напялил. В общем, я вроде как поувереннее. Хотя сейчас мы протестим, насколько я поувереннее, потому что там бандиты, куча бандитов, которые каким-то образом... Которые каким-то образом через стенку услышали, что я тут. И сквозь текстурки, как всегда, пытаются меня убить. Вот, ну на самом деле, я так понимаю, я только что выдержал в упор попадание с обреза, поэтому, кажется, мне и правда попроще стало играть. Сейчас мы всех их вынесем, потому что я пытаюсь добыть фиолетовый значок. Посмотрим, что там такое. Как всегда, не могу с первого раза сделать хедшот. Потому что разброс не позволяет. Хотя этих двоих я убил довольно удачно. Ну чё, где толпа бандитов? Раз. Там в голову попади, ура. Кстати, довольно удачно я их, правда, уношу. Очень удачно. Ну чё, всё? Слушайте, видимо, да. Ну ладно. Это было довольно странно и просто, но я рад. Главное, чтобы у меня опять хватило на всё вес. Ой, блин. Ух ты, новый этот, наконец-то. Так, ну столько пистолетов мне не надо, верни его назад. Здесь ничего открыть нельзя. Никакая сволочь тут не потерялась. Я почему-то ощущение, что я кого-то внизу убил. А нет, там нифига нет, ладно. А нет, стоп, как нет, там же фиолетовая, собственно, это фиолетовый значок там. Так, кто-то все-таки заснул. Но где? Я его не вижу. Невидимый бандит? Может, он на втором этаже просто. Блин, сейчас, как всегда, просто будет, я вангую, он со спины где-нибудь подойдет, и все. Ладно, короче, я его не вижу, сделать пока ничего нельзя. Пошли смотреть фиолетовую штуку. Где тут что лежит? Вот это что ли? Где-то там, еще ниже. Ага. Так. В смысле? Че, правда что ли вы издеваетесь? Пустой схрон. И он до сих пор на карте, вы только посмотрите на него. Да приблизь ты уже. Ну и что это за издевательство? Ну это даже не смешно. Ну ё-моё, ну люди, кто это сделал? Руки поотрывать. Пустой схрон, капец. Ну ладно, я зато хотя бы отвел душу бандитов. Не знаю, зачем еще сюда было ходить. А чё вот этот значок, я так и не понял тоже на карте. Беленький какой-то этот, наковальня. Да где они орут-то? Здесь что ли, в здании? Да нет. Блин, бандиты, мало того, что невидимые, они ищут да эти призраки. Может там снайперка сверху есть? Я точно где-то на скриншоте в интернете видел, что есть какое-то оружие с прицелом. Это как бы, ну, уже плюс, само собой. Так куда вообще забраться можно? Ай! По идее как-то можно.
Интересно, что там. Будет прикольно, если там что-то есть. А если нет, будет очень глупо. Пацаны, атас! Так, ну, судя по всему, там бандиты. Непонятно, как туда запрыгнувшие. Да, ёпарсет. Ладно, надо другой путь найти какой-то. Я так не запрыгну. Руки кривые. Ну, бандиты ж туда как-то попали, а мне туда как залезть? Я, видимо, все-таки где-то пропустил лестницу. Наверное, есть внутри здания лестница. Еще, кстати, остается вероятность того, что все-таки схрон есть, нормальный, человеческий, но он просто этажом выше. Я не знаю, насколько высока эта вероятность. Так, ладно, раз по пути, сейчас еще разок попробуем. Может, мне как-то... Блин, заберись. Вот так. Так, сохранюсь. Паркур! Слушайте, можно. О! Реально паркур, зашибись. Так, ну чё? Суп харчо, понятно. Охереть. Не, ну чё, вот это того стоило. Это того стоило. Блин. Ну что, я рад. Я рад. Я не просто так сюда лез. Это очень круто. Это просто топ. Так, надо теперь придумать, как мне. Блин, 10 килограмм. Охренеть. Давайте вот это, наверное, выкинем. В принципе, нафиг не надо. Дроп. Еще 4. Этот килограмм весит. Дроп, говорю. Attach scope to rifle. Во, с прицелом будет пушка, отлично. Так, с этим что можно сделать? Ничего не надо с этим делать. Вот этот пистолетик можно выкинуть, да? Дроп, так, еще 2 с чем-то КГ. Блин, может гитару выкинуть там, я, в принципе, не знаю, за нафиг она нужна. Вряд ли она по квесту. Давай, выкидывай. Так, и водочки может хряпнуть. Да, давайте. Не, просто выкинем, нафиг она надо. 3 штуки. Во, все, можно ходить. Супер. Теперь, если какая-то скотина очень жирная будет, я и так засажу, что мало не покажется, короче. Может, там еще сверху что-нибудь вкусное лежит. Блин, не зря залез, не зря. Теперь я довольный. Стволы доставайте, пацаны! Да блин, где они? Я не понимаю. Здесь, что ли? Я сначала надо крышу проверить. Мало ли, схрон где-то там. Я сомневаюсь, что я смогу туда запрыгнуть. А не, смотрите, можно. Ну чё, может, всё-таки здесь? Да нет, вот я прям на нём стою, не здесь. Нифига тут нету. Да реально, тот пустой схрон был. Ну ладно, РПГ полностью того стоило. Базука. Что теперь мне ничего не жалко. Самый лучший склад во всем сталкере просто. Так, стоп, а я с крыши спрыгнул. А здесь что есть? А, ну да, здесь я все выкидывал. Так, ну что тут? Нормально, вы это видели? 3 патрона в рожу. Добрый день. Блин, 0.3. А, я могу еще ходить с 0.3. Отлично, перевесом. Видимо, маленький перевес считается. Да, я правда стоял сверху, надо было просто внутри посмотреть, станки какие-то. Неужели здесь что-то производили? Я в школе на такой херне работал. Да, вот именно на такой, офигеть. Пилил этот металл, точнее не пилил. Вот эта фигня крутится, и здесь металл срезается. Вот сюда вставляется какая-нибудь формочка и срезает металл. Интересно, что они тут делали? Фигурки вырезали.
зачем-то надо, нет, не надо. Ну ладно, я в любом случае довольный. Best схрон ever. Ни за что бы не подумал, что такое можно тут найти. Пойдем дальше что-нибудь искать. Как отсюда выйти только? Подвал еще есть. Все! Кипиш пошел! Так. Слушай, а что там зелененькое появилось такое? Может, тут квест какой-то все-таки есть? Ого! Так, ну и что это? Дверь закрыта. Как ее открыть? И что это вообще такое? Слушайте, интересно. Ну-ка, тут как-то отмечено на карте. Ага, вход в лабораторию, однако. То есть это все-таки сюжетка. То есть мне нужно... Да что, реально, что ли? То есть тот ключ, который мне нужен, он от этой двери, что ли, именно? Ладно, будем знать. Будем знать на будущее. Раз такое дело. Так, ну все, всех убили, все обобрали. Что тут еще ближайшее есть, давайте посмотрим. Это что, это не бар, это... А, вот, туннель, вот эту фигню я помню. Кажется, вот именно здесь все-таки где-то и лежит костюм после туннеля. Ну что, идем туда. Мне, видимо, туда реально и надо. Пойдемте. Сейчас только по-человечески выйдем с этой территории, чтобы можно было дойти. Наверняка там может выхода не быть насквозь. В какую сторону? Вот туда. Отличненько, короче, сходили. Здесь постоянно такие жуткие грозы. Деревья искорёженные. О, еще халявный этот надо подобрать. Хотя мне уже больше ничего не лезет. Я не знаю, можно характеристики повысить. Кажется, никак нельзя. Только, собственно, артефакты. Хотя туннель вот этот, что ли, имеется в виду? Блин, может, мне туда как-то залезть надо? Пойдем сюда, да, раз такое дело. То мало ли лестница здесь где-то или... какой-нибудь еще один ход дополнительный. Потому что я вангую, что он завален с одной или с двух сторон. Они не могли просто так сделать проход и, блин, не усложнив жизнь игроку. Ой, а что здесь такое радиоактивное? Ого, нифига себе. Да, радиации маловато, не страшно. Сама пройдет, даже не буду юзать эту штуку. И хп само отрегенится. Так, ну чё тут? Меня сюда не пустят, да? Блин, отвратные здания. Я в такое здание в бассейн ходил. Ага, зелененькие. Это чё, тюрьма, что ли? Я на самом деле стрелять уже хотел. Там реально в тюрьме что ли держит? Давайте внутрь попробуем пробраться. Или это есть этот Боров, или как там его? Человеческого входа, естественно, как всегда, нет. Ага, слушайте, а может по крану можно пройти? Да, походу можно, ну-ка сейчас попробуем. Пусто. Так. Ой, да ладно, ту экзостед, пропустите меня. А, лезь наверх, сволочь. Нафиг тебе стамина, чтобы идти. Вы издеваетесь? Еще один дохляк. Так. Эй, не падай. Да ё-моё. Ну и как мне туда попасть с таким управлением? Ну а начинается. Кто там стреляет? Ага, бандиты.
Слушайте, а их тут много, я так понимаю, да? Ай, да ёп! Как еще выше попасть? В смысле, а еще выше нельзя, что ли? Реально? Ну это не прикольно. А реально, как мне тогда попасть туда? Надо просто обходить по 100 раз этим по кругу. Но лестницы выше я не вижу. Я просто надеялся, что я смогу на кран вон туда вот залезть. Офигеть, сколько птиц летает. Это вороны все? Вороны. Офигеть. Блин. Ну да, я так никуда не перепрыгну. Обида. Мне б теперь еще и не убиться. Ой, жрать хочу, жрать. Это святое на уши. Ураем нахрен! Кранты! Да, вон там чувак орёт, помогите. Все, теперь слышу. Значит, его все-таки спасать надо. Сейчас мы разберемся, как проникнуть в здание. Кстати, я в нем уже тоже был, я вспомнил. Но РПГ я вроде ни разу не находил. Сейчас мы заберемся внутрь, всех спасем. Все будет чики-брики. Маслины ловить не будем. Только не говори, что здесь можно разбить замок. Ну, хедшот. Да неужели? А, нифига нельзя тут разбить. Как мне, блин, туда попасть? Ну, это только вот этот туннель, собственно, вижу. Но мы же видели, что вроде как туда входа нет через туннель. Давайте с той стороны обойдем, я не знаю. Попробуем еще раз вот так вот. Меня бесит, что они меня сквозь стенку видят. Ну, то есть, как бы реально понятно, они меня реально видят. Просто компьютер дает им преимущество. Или это на этом уровне сложности, я не знаю. Но как бы вот они меня видят, стопудово. Меня его на прошлом складе учуяли сквозь стенку. Это вообще бред. Так, слушайте, раз они как-то прошли с этой стороны, значит я пройду. Потому что раз могут, они могу и я. Так, а я где сохранился? Скажите, что рядышком. Ну да, рядышком. Нормально. Вот на компе хорошо, у меня уж привычка просто постоянно нажимать автосохранку. Не то, что с этими чекпоинтами. Они влево теперь пошли, да? Ну да, они пошли налево, как всегда, короче, все. Все ясно. Так, вот еще вышка. Ага, они, наверное, вот с этого склада вышли. Блин, где? Так, хорошо, то у меня как раз патрончики заканчиваются. Что такое? О, новый артефакт. Хорошо. Хорошо. Ты мужик или нет? Выходи! Так, там сволочь с обрезом, да, одна? Как бы ее обойти аккуратненько. Где он? Так, хорошо. Блин, давай хедшот. О! Отлично. Я просто беспокоюсь о том, пойти мне патронов. Так, пока живем. 3 патрона. О, живой сталкер. Да, я вспомнил эту местность, полностью вспомнил, я тут уже был. Понятно. Ну куда убежал? О! Ну все, сейчас мы всех разберем. Реально, я чувствую прям, я чувствую свою мощь. Где с обрезом, гад? Кто там стрелял? Да, блин. Научиться бы целиться еще из этой хрени. Было бы вообще супер. Держись, чувак, сейчас мы всех вылечим.
Отлично. Держи. Спрячь оружие. Ой, да иди ты в задницу. Только что спас, а он, блин, это... Вот как они бесят в этом плане. Так, торговать нельзя, да? Ну все, до свидания. Так, я так понимаю, мы туда сможем проникнуть через подземный проход, да? Или как? Или здесь ничего нет? Это могила, что ли, просто какая-то? Нифига там снайперы реально. Так, ну ладно, я так понимаю, мне сюда? Какое-то очень-очень знакомое место. Я помню, что здесь какая-то гадость была. То ли крокодилы, блин, какие-то внизу были, то ли еще что. А, это где-то в этом месте у меня сохранка, значит, полетела. Не там на складе, а здесь. Походу здесь, да. Да, вот я водичку помню. Еще почему-то помню что-то плохое. Так, ну тут пройти нельзя. Дверь там, я так понимаю, не открывается. Лезем назад. Блин, а назад уже не вылезешь, ну как всегда. Ладно, идем веселиться сюда. Заходи, сбоку заходи. Если б я еще понимал, куда я иду, был бы совсем супер. Будет печально, если мы выйдем где-нибудь далеко, глубоко. Я не хочу обходить просто раз. Болото, небось, радиоактивное, да? А, ну я в него не залез, в принципе, так. Ну да, как я и говорил, мы в заднице. Замечательно. Ну и куда мне теперь обходить? Ни одной дырки в заборе. Кстати, что за артефакты мы понаподбирали хоть? О, радиация минус 20. Ну не знаю, такое себе кажется. Давайте, кстати, себе хпшку за Макси. Было бы супер. Радиация мне, в принципе, так уже не страшна. Я так думаю. Походим, чтобы макс хп было. Это сколько это? 400, 400 и 3 по 200. Блин, нифига себе. 1000% получается. Если оно считается, конечно, так. Ой, ну чё, где у вас очередной вход? А, ну с этой стороны. Окей, я понял. Я примерно понял. Так, а что у нас там такое лежит? Что он нам показывает? Кстати, он сам сюда пришел, что ли? Или это какой-то левый сталкер? Это кто? Не, это тот, кого мы спасли вроде. Да, и что-то лежит. Не, хрень какая-то. Ну ладно. Лишним не будет, пока вес есть. Так, там патронов на пистолет совсем, да? Ну ладно. Так, а собственно, может вот так вот мы зайдем как-то внутрь или нет, сейчас посмотрим. В любом случае, надо проверить, что здесь наверху. Всякое бывает. Может, мы еще одну РПГ найдем. Погнаны беспечно. Так, ну нам туда надо. Значит, здание все-таки не то. Ого, нифига тут. Слушай, это не я их убил. Так, так. Вот кто их убил. Добрый день. Хорошо, что он прорычал хотя бы. Кстати, хп кончается. Блин, радиации. Да, ладно, много радиации. Давайте, давайте попьем. Еще. Отлично. Вот так вот.
Блин, это меня отводки так? Или гроза белая начинается? Блин, я надеюсь, все будет нормально после такого, потому что на самом деле я помню, что можно напиться до такой степени, что потом все кончится печально. Не хотелось бы, а то я автосохранение сделал. Ну, в смысле, не автосохранение, а просто сохранение быстро. Что лучше больше не пить, я так думаю. Так, ну чё, как же мне туда попасть? Я так по-человечески не обошел ни с какой стороны, да? Пойдем, значит, сюда. Вот с этой стороны здания я еще не пробовал. А тут тупик, ну понятно. А, задолбали, как туда проникнуть. Но у меня подозрение, что все-таки надо под здание лезть. Как-то. Сейчас еще раз попробуем со стороны того склада. Быстро водка отпустила. Странно, я когда, блин, тогда на заводе в прошлом прохождении стрелялся со всеми, на мне это опьянение висело непонятно сколько. Слушайте, как классно, когда есть прицел, а. О, так, хорошо, надо запомнить. Там есть проход. Может, вот так мы наконец-то туда попадем. Ну-ка. Вот, да, ура, я там, где нужен. Отлично. Все, будем спасать того чувака. Не знаю, зачем. Но будем спасать. Главное допереть, как туда пройти. Нормально. Однако, не забывайте, у меня 1000% хп. Интересно, как... Так, хедшот там, что ли? Смотрите, кто к нам... Сейчас я их покормлю шрапнелью. Дарю. Херачих! Ну чё, весело вам теперь? Блин, они тут рядом с радиацией так спокойно сидят без костюма. Я себе. Вот люди, а. Так, ну я вроде иду куда-то в нужном направлении, да? Нифига! Он откуда взялся-то, вы это видели? Просто из ниоткуда взялся. Блин, засмотрелся вниз. Ну, и где они? Власти. Ой, да ладно. И теперь, значит, двое чуваков не будут приходить, да? Так я вам и поверил. Долбанные сохранения непонятные. Так, что веселого дашь? Где? Блин, все увидел, хорошо. Запутанное опять, блин, здание это долбанное. Мне ж нужно разобраться, как дойти к тому чуваку. Ой! Козли! Это козлина, сейчас он козлиной станет. Только перезарядиться надо. Ну как, нравится? Ой-ой-ой, слушайте, их там что-то опять много. Кину-ка я туда просто гранатку. Ой. Ну ладно. Нормально. Однако, с такого расстояния его не зацепило. Я не перестаю удивляться тоже местному балансу. Будем всех по старинке выносить просто так оружием. Хорошо. Вот как он сейчас по мне попал? Какого хрена?
Пидерги. Так, готов. Второй где? Блин. О, повезло, повезло, повезло. О! Ого. Интересно, такого артефакта я тоже еще не видел. Так, спокойно, спокойно. Где он там стреляет? Блин, их там, судя по звуку, еще не знаю, сколько человек. Нифига себе, со всех сторон вообще. Откуда они прям сейчас стреляют, мне аж интересно. Что-то они меня видят сквозь стенку. О, хорошо. Если б не фриз только. Мистер Фриз. Каждый раз, когда пикает, я так понимаю, у меня скроны, да, скроны добавляются. Да возьми. Спасибо. Да и снизу там где-то. О, как я его хорошо. О, мне прям везет. Три патрона. А, я-то думал, три патрона, три трупа, ну ладно. Придется больше тратить. Нога так стоит прям. Блин, как мне попасть к тому долговцу? Где он? Не, ну в смысле, я понимаю, где он где-то внизу. Как мне попасть в подвал? Мне кажется, это просто вообще другое здание уже. Он же в этом, в кирпичном, блин, здании был. Так, прыгать я не буду. Блин, вылазит и вылазит. Хилиться тоже не буду до тех пор, пока я понимаю, что можно все это отрегулировать. Ого! Здравствуйте. Хорошо. Хорошо. Тут они там засели. Что они там в углу вдвоем делают? Блин, далеко. Ну где я еще? Задрали. Не хочу их искать. А хпшечка-то регенится, смотрите, я же ее не хилил никак. Так. Че это у вас тут лежит такое, аптечка? Ого, антирадиация, хорошо. Ооо, вот это я зашел. Так, а что такое? Мерксьют. Так, он типа хуже, чем сталкерский, блин, перевес. Че выкинуть? Не, блин, я перевес-то нифиговый, это из-за него, да? Угу. У меня сталкерский. Но он же лучше, да, типа? Да, намного. Блин, обида, мне нечего такого выкинуть, мне все надо. Ну да, придется выкинуть, ладно. Жалко, 6000 рубацев. Причем их тут... А, нет, это бандитский этот. О, патроны, хорошо. Так, это для этого? Для пистолета? Нет, не для пистолета, а для чего оно? 5 перевес.
Нифига, причем огромный перевес, вы издеваетесь? Ну чё такое? Блин, а чё Endurance дает? В случае, не сколько я могу нести? Ну-ка. Давайте тут уберем. Ну-ка, 50 могу? Не добавляет. Блин. 9 на 19. 5,45. Так вот эти надо выкинуть, значит. Да, блин, все выкидывай. Ну, в смысле, а чё у меня не это? Я не понимаю, что за фигня происходит. Чё еще не так? 6 кг откуда-то? Где вы 6 кг нашли? Аптечки, что ли? 0,30. 5 на 0,5. Давайте водку выкинем. Нафиг мне водка так-то. 3 кг. У меня вон этих сколько. Давайте я скушаю, короче, все. Блин, ну сколько-то еды надо бы оставить на самом деле. Ладно. Пофиг. Дольше прохожу. Сытый. Что-то еще есть, что-то такое. О, граната какая-то интересная. Блин, сейчас опять ходить не смогу, да? А не, пока могу. Блин, столько патронов. Ладно, вот это я, конечно, зашел. Зашел я просто супер, но утащить все это я не могу. Просто тупо не могу. Где этот долговец долбанный? За ним же сюда шел. Это здесь должен быть. Ну какого хрена? Ну куда он делся? Вы издеваетесь? А, он еще ниже. Может. Это он? Да, это он. Да. Hey, Stalker, help me out. Open the door to this damn cell. The controls are on the wall. Ну ты будешь трындеть или нет? Давай, вылазь. Вот я тебя спас. Входи. Thanks, bro. You really helped. Бро. Как он повернулся? Блин, он как сова, офигеть. Вот это баг. Так. Я тебе должен. Смотри, что я нашел. Бла-бла-бла. Кто знает. Боров один. Ног чего собрал. Спасибо за информацию. Так, пришло время возвращаться. Подожди, торговать нечем, да? Ну все, пока. Че он мне дал, только нифига он мне не дал. Он мне типа информацию, что... Так, вот не надо. Пожалуйста, не надо, я ж тебя убью сейчас. Ну, вы понимаете, насколько замечательная ситуация, да? Ой, блин. Хотя, если я его убью, об этом кто-нибудь узнает? Твою мать. О! Вовремя, слушайте, он обосрался и убежал. Отлично. Сразу бы так. Нервы мне только потрепал. Так, ну чё? Мне теперь куда? А, так, вот тут находится пушка, которую мне чувак сказал притащить. Так, это мне... Не, ну мне, конечно, оно все надо, но я ж не утащу столько. Боров Secret Stash. Блин, ну может там что-то классное, конечно, лежит. Если оно именное, прям. Давайте попробуем посмотреть. Так, как отсюда свалить ты теперь по-человечески? То есть только бродил, что охренел аж. Ой, пистолет-то убери. Так, вот, можно нормально спрыгнуть, да? Значит так, куда мне? В противоположную сторону. Фрейра повалили! Ой, они еще живые тут.
Идите в задницу, в общем. Я пошел. Так, а там тупик, куда я пошел? Надо обходить опять все. Кто бы мог подумать, что я прям буду под весом прогибаться. Столько лута. Так, ну я куда-то правильно иду вроде. Так. Ну и кто тут что спрятал? Что дальше, на вышке что ли? А не на вышке. Ой, тихо. Я потом оттуда не выбрался. Ага. Правда, что ли? Вы издеваетесь? А, хотя это типа какой-то крутой пистолет. Ну ладно. Теперь бы свалить что отсюда живым. Радиация все-таки не маленькая. Съем эту фигню одну. Все равно у меня их 18 штук. Так, а как вылезти-то? Блин. Реально, как вылезти? Пройду я так, нет? Да, должен пройти. Тихо, тихо, не падай. Всякий стоять будет спать. Блин, ну у Изика дыхалка лучше, чем у тебя из Dead Space. Ну как ты ходишь вообще? Так, я на самом деле до сих пор не понимаю, что за херню я делаю. Take the key to the lab from Borov. А где Borov? Туннель. А, вот Borov. Так я ж с ним трындел уже. Ёб, ПРСТ, игра, ты можешь нормально говорить, что ты от меня хочешь? То есть мне опять возвращаться к этому гаду. Хрен пойми, куда в это кривое здание. Зашибись. Еще и вспоминать, где я нашел этот долбанный вход. Так, вот вход, да? Да. Тихо, не упадись. А кто это желтенький на нас идет? Нет, сверху что ли? В смысле? Это кто? Так, это Borov? Нифига, он бегает. Чувак, подожди, ты кто? Ты тот мне не нужен, нет? Ты вообще нормальный? Ты куда побежал? Ой, наркоманы. Так, нет, ладно, это был не Borov. Borov там еще просто. Живые бандиты откуда-то. Я думал, я перелопатил всех, кого можно, только уже. Ой, да ну ладно вам. Ну как туда попасть? Сверху? Да, вон второй этаж вроде сверху. Сейчас попробую. Как забраться от лестницы. Забрать ключ у Borov'а. Чё он мне его сразу не дал? Я ж его выпустил. Его. Надо было сразу давать, сволочь. Так, мне теперь вниз прыгать, да? Понизу, по подвалу. Я тут еще ниже.
Блин, мне кажется, я опять куда-то не туда иду. Ой, спокойно. Ни хрена. Вот это я чуть не попал, однако. Так, ну мне в ту сторону явно. То есть я все-таки не туда, куда шел. Хорошо. Будем пытаться искать другой подвал. Точно такой же, но другой. Ну чё, есть тут подвал? Доставайте, пацаны! Ой, запарили. Ну мне ж не надо наверх. Где он там бегает? Да вот прям подо мной вроде должен находиться. Так, ну сейчас. Херачь их, пацан! Какая-то они там против собак, что ли, стреливаются? Так, вот, я отсюда вышел. Шел куда-то сюда, да? В прошлый раз. Во! Оно? Оно, отлично. Наконец-то. А, ну да. Он уже свалил. Зашибись. Ну и как мне его теперь искать? Он вообще где? Он в здании, на улице. Не, ну ладно, судя по карте, он в здании. Причем в два раза дальше, где-то там. Куда он делся-то? Где-то в этом здании, что ли, на втором этаже? Кранты всем! Вали, петухов! Где вы там еще живые остались? В смысле? Только что был... Ни хрена не понимаю. Ладно, пойдем искать этого Борова. Так, ну и, ну я его так и не нашел, он по карте где-то там, вот тут вот, тупо. Ну и где он? Чё, помер что ли? Take the key from Боров. Твою медь. Ненавижу такую хрень, ненавижу. А тут чё, зелененькое? Туннель. А почему тут на зелененьком стоит? Гоу. То есть не туда, что ли, всё-таки? Вот в это здание. Ну давайте попробуем, я сохранился там сверху, если что. А это он, походу, по туннелю бежит, да? Или рядом с туннелем? Фиг его знает. Вон там на миникарте бегает, желтенький же. Твою мать, чё творит, чувак? Ну и где ключ? Ой, я не могу, дайте я сохраню здесь в новую эту.
куда этот урод побежал? Блин, а его на этой карте не видно уже. Ни хрена не понимаю. Ни ключа, ничего, ни порова. Ни схрона, ни хрена нет. А чё за главная стрелочка туда показывает? Куда она вообще показывает? Сюда, что ли? Боров до сих пор здесь рисуется, на карте. Ну бред же, просто полный бред. Туннель. Web Entrance. Может, я его взял уже? Граната. Нифига я не взял, нет никакого ключа. Блин, сейчас Rage Quit просто не будет, я не знаю, это очень раздражает. Мне опять переться вот так вокруг, чтобы пройти сейчас. Трындец. Get out of the bending base, find entrance to the lab. Я все это нашел уже. Так. The bandit leader. Слушайте, с другой стороны, он написал, что он даст мне один. То есть, типа, один у меня уже есть. Если у меня есть один, а он не рисуется в инвентаре. Ну да, нету его здесь нигде. Я его не вижу, по крайней мере. Может, мне стоит просто все-таки вернуться туда, к двери? И давайте этот пистолет попробую брать. Интересно. Да, он 10 раз мощнее, по идее, должен быть. 7 патронов, правда. Фух. Короче. Мы же его освободили. То есть, по идее, он должен был все-таки дать нам все. Я не понимаю, почему в местах оно так хреново все теперь это. Я не знаю, мы его освободили. То есть мне, по идее, реально теперь надо идти в лабораторию, если я и первого ключа не вижу. Далеко мы там? А, может, почти на месте. Не серия на час, что ли, будет? Ух ты, там что-то в трубе еще может быть интересно. Я не хочу просто так спускаться, мало ли. Там аномалия или еще какая фигня. Так, где там был этот вход? Кто-нибудь мне расскажет, откуда они снова здесь появились? Это реально просто бред. Если они каждый раз будут респауниться, я просто не буду ходить и все рассматривать. Это тупо.
Если они постоянно заново появляются, нафиг мне это надо. Одно дело, если бы это РПГ было, и я бы фармил, а так-то зачем? Ой-ой-ой. Твою мать! Как он еще разговаривает, он же труп. Нормально. Хэдшот просто сразу. Ну, вылазь. Ладно. А если так? Понравилось? Мне очень. Ну чё, не дай бог. Открывайся. Твою мать. Ну это ГГ просто, я не знаю, что еще делать. Ой, ну ладно, закончим на этом эту серию. Будем дальше потом разбираться. С вами был Nim42, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих сериях, пока-пока.